Пока коммунальные службы усердно очищают город от снега и наледи, дорожники латают полотно, не нарушая технологии. Дело в том, что укладка асфальта зимой – это вполне себе законная процедура. В состав смеси сейчас включают различные пластификаторы и отвердители, чья задача – сделать асфальтобетон максимально текучим и не позволить ему замерзать. Такой способ позволяет заделывать выбоины и трещины на дорогах, даже когда в них есть вода, грязь, снег или лед. Этой ночью работа в прямом смысле кипела на улицах Интернациональная и Бирюзова. Ежедневно выполняются работы на площади более 80 квадратных метров. Работу в основном производим в ночное время для того, чтобы не мешать автомобилистам. Спецкульт подлежащих ямочному ремонту формируется из обращений граждан. Мы сами обследуем улично-дорожную сеть для выявления тех участков, где необходим ямочный ремонт. Литой асфальтобетон позволяет выполнять работы при минусовых температурах. Всего с начала года работы по заделке выбоин выполнены на 61 участке улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта порядка 830 квадратных метров.